Именем Российской Федерации 12 ставки обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram и в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа на территории Российской Федерации к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема передачи. Знаю, с одной стороны, это, наверное, может быть даже и правильно, чтобы контролировать, там же в этих мессенджерах переписываются там террористы, наркоту продают, поэтому я думаю, что с одной стороны, это может быть и правильно. Не знаю, есть много альтернативных вариантов, я как бы не пользуюсь ими. Как для общих чатов каких-то секретных, у меня нет потребности в этом. Я поддерживаю, что Telegram против предоставления персональной информации правительства. Вот. Но закрывать его я была бы против, если бы он закрылся.